так скажем, основные цвета бордовые. Такой наш аналог рубина. Ну, и я думаю, что у них и третья, и четвертая форма тоже есть, но для этого надо проходить в стадию. Дача! Можно здесь пробить. Это Лалайна как раз мячом делает даже передачу. Из... ни разу не выиграл момент сейчас у тунисцев. Удара не последовало и не было здесь нарушения правил. Тунис ни разу не выиграл в основное время на этом турнире. Все четыре матча завершились в ничью. Ну и на стадии 1-8, когда же его в сборную Франции вызовут, но настолько высокая конкуренция, что вот он выбрал. Что в 33 решил сыграть за Мадагаскар. За счетом 3-0. Мадагаскар сейчас обороняется. Правым флангом атака Туниса продвинулась. И... пожалуй, фаворитом из оставшихся команд этого турнира сборной Сенегала. И еще одна. С Косово заняли, да, в турнире не выходил. И вот родился он в 95 году. Его назвали, конечно, в честь двух лучших игроков чемпионата мира 94 года. И Антона Нариву называют просто Анто. Пока мы отвлекли, Кот-д'Ивуар там разгромил Намибию. Вот сейчас Тунис в атаке, удар, верхний угол. И это здорово развернулся. 13 номер Сержан Саси очень здорово исполнил после разворота. Ну, кстати, это мастеровитый футболист еще и обладает опытом хорошим чемпионата мира, потому что он забивал за Тунис в разворот. Мы просто вот до того, как вышли в эфир, видели, он реализует. Игроки сборной Туниса, они делают... вот в самом начале я, в принципе, один из таких знаковых игроков для высшего дивизиона французского. Ушла, играет в основном в центре обороны, хотя для этого ему не всегда хватает росточка. Нужно переламывать игру, играть в атаку, выходит защитник. Но защитник, который, наверное, будет под... Мадагаскар, по-моему, вообще к воротам. Ну и... по сцене не приближался. Вот те эпизоды, которые были, которыми Мадагаскар мог гордиться по первому тайму, пару таких выпадов с завершением этого... и... больше всех матчей из этого заявочного списка. Тинаим выходит на поле. Президент Мадагаскара с января 2019 года. В основное время, потому что двойную замену сделал Дюпюи, и если не сможет...